Вы уже спали? Добрый вечер. Я уже спал, но пусть это вас не тревожит. Простите еще раз. Считайте, что вас уже простил. Проходите, пожалуйста. Я сейчас там зажгу свет. Прошу. Что-нибудь случилось? Случилось. Спасибо. Куда позволите? Куда угодно. Пастор, кто у вас жил последние 7 дней? Это что, допрос? Нет. Следовательно, я могу не отвечать? Обязан отвечать. А если я откажусь? Вы не откажетесь. Почему? Когда вы мне ответите, я объясню вам, почему. У меня жил один человек. Кто он? Не знаю. Он не говорил вам, кто он? Нет. Вы не интересовались, кто он? Нет. Он просил убежище. Ему было плохо, я не мог ему отказать. Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он марксист. Вы спорили с ним, как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он никогда им не был. Он мой агент. Он провокатор гестапо. Ах, вот оно что. Я говорил с ним, как с человеком. Неважно, кто он, коммунист или ваш агент. Он просил спасения, и я не мог ему отказать. Но вы не могли ему отказать. И вам не важно, кто он, коммунист или агент гестапо. А если из-за того, что вам важен просто человек, абстрактный человек, конкретные люди попадут на виселицу, это для вас важно? Да. Это для меня важно. А если еще более конкретно? Первыми на виселицу попадет ваша сестра и ее дети. Это для вас важно? Это же злодейство. Говорить, что вам не важно, кто перед вами, коммунист или агент гестапо, еще большее злодейство. Причем ваше злодейство догматично, поэтому особенно страшно. Сядьте, прислушайте меня. Ваш разговор с моим агентом записан на пленку. Нет, это не я сделал. Это делал он. Я не знаю, что с ним. Он прислал мне странное письмо. И потом без пленки, которую я уничтожил, ему все равно не поверят. Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только вы пересечете границу Швейцарии. Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии. Вы пересечете ее. А я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопасности. Вы словно оборотень. Ужасно трудно вам верить. У вас столько лиц. Вам ничего не остается, как только верить мне. И вы пересечете границу Швейцарии хотя бы для того, чтобы спасти своих близких. Или нет? Да. Я поеду, чтобы спасти ему жизнь. А чего вы не спрашиваете, что вам придется делать в Швейцарии? Если я вам поручу взорвать кирху, вы ведь откажетесь туда ехать, не так ли? Вы умный человек, вы, очевидно, точно рассчитали, что в моих силах, а что выше моих сил. Правильно. Вам жаль Германию? Мне жаль немцев. Хорошо. Кажется ли вам, что мир ни медля, ни минуты – это выход для немцев? Это выход для Германии. Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для человечества.
Нам умирать не страшно. Мы отжили свое. И потом мы одинокие стареющие мужчины. А дети? Я слушаю вас. Кого вы можете назвать из тех ваших давнишних знакомых по совместной работе в движении пацифистов? Диктатуре понадобились пацифисты? Нет. Диктатуре не нужны пацифисты. Они нужны тем, кто трезво оценивает момент, понимая, что каждый новый день войны – это новые жертвы. Причем бессмысленные. Гитлер пойдет на переговоры? Гитлер на переговоры не пойдет. На них пойдут другие люди. Ну, это преждевременный разговор. Сначала мне надо иметь гарантии, что вы свяжетесь там с людьми, которые помогут вам вступить в переговоры с представителями западных держав. Кто вам в этом может помочь? Фигура президента Швейцарской Республики вас устроит? Нет, это не то. Это официальный канал, это не серьезно. Меня интересуют представители церкви, которые имеют вес в мире. Деятели церкви, все деятели церкви имеют вес в этом мире. У меня там много друзей. Я, с моей стороны, был бы наивностью обещать что-либо, но я думаю, что мне удастся обсудить этот вопрос с серьезными людьми. Вот, например, бывший министр Краузе. Запад уважает его. Однако меня там спросят, кого я представляю. Немцев. Если вас спросят, кто конкретно будет вести переговоры, вы спросите, а кто конкретно поведет их со стороны Запада. Но это через связь, которую я вам дам. Через что? Все детали мы с вами оговорим потом. Сейчас важна принципиальная договоренность. А где гарантия, что моя сестра и ее дети не попадут на виселицу? Я освободил вас из тюрьмы? Да. Как вы думаете, это было легко? Думаю, что нет. Как вы думаете, имея на руках запись вашей беседы с провокатором, где вы ругаете фюрера, я мог послать вас в печь? Бесспорно. Вот я вам и ответил. Ваша сестра будет в безопасности до тех пор, естественно, пока вы делаете то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о немцах, о стариках и младенцах. Вы мне угрожаете? Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе, я ничего не смогу сделать для того, чтобы спасти вас и вашу сестру. Когда все это должно произойти? Как только в этом возникнет необходимость. Ну да, а когда может возникнуть эта необходимость? Скоро. И последнее. Если кто-нибудь вас спросит о нашем разговоре... Я буду молчать. Хочу вам верить. Кто из нас двоих сейчас больше рискует? А вы как думаете? Мне кажется, что больше рискуете вы. Правильно. Вы искренне в своем желании найти мир для немцев? Да. Вам недавно пришла эта мысль? Дать людям мир? Да как вам сказать? Трудно ответить до конца честно, пастор. И чем честнее я вам отвечу, тем большим лжецом могу вам показаться. Вот это моя миссия. В чем она будет состоять более конкретно? Я ведь не умею воровать документы и стрелять из-за угла.
Во-первых, этому недолго научиться. А во-вторых, я не требую от вас умения стрелять из-за угла. Могут пригодиться ваши связи. Вы скажете своим друзьям, что Гиммлер через такого-то или такого-то своего представителя, имя я назову позже, провоцирует Запад. Вы объясните им, что этот или иной человек Гиммлера не может хотеть мира. Вы докажете им, что этот человек провокатор, лишенный веса даже в СС. Вы объясните им, что идти на переговоры с этим человеком не только глупо, но и смешно. Вы еще раз повторите, что это безумие идти на переговоры с СС, с Гиммлером. Вы скажете своим друзьям, что на переговоры надо идти с другими людьми. И вы назовете серьезные имена честных, смелых людей. Но это потом. Об этом мы будем разговаривать позже. Кроме прислуги, дома никого нет? А прислуги тоже нет. И сестры с детьми нет. Они все уехали в деревню к родным. Я могу осмотреть дом? Пожалуйста. Вечер, господин Гользин. Добрый вечер, фрау Заврих. Фрау Заврих, у меня идея. Да? Так я побежал за шахматами. Нет, нет. Дело в том, что у меня дома есть ветчина. Что есть? Отличная ветчина. Вы шутите? Нисколько напротив. Я намереваюсь пригласить вас к себе в гости на ветчину. Ой, господи. А Габи? А Габи сегодня здесь? Ой, господи, Габи! Габи, идите сюда! Габи, мы едем ужинать господину Бользину. Я жду вас в машине. Прелесть какая. Прелесть Габи, да? Ну,
фюрера и с кабинетами Бормана